Александр, потрясающая, невероятная победа над «Спартаком». Пожалуйста, вам слово. Как это было? Ну, все видели, как было. Раз, два, три, пять. Пять голов, да, дома. Нереальная атмосфера. Просто даже, не знаю, комментировать излишне. Просто спасибо болельщикам всем, спасибо команде за нереальный матч. На таким соперником, да. Просто счастливо, что получилось все. Многие отмечают ваш несомненный прогресс. В частности, болельщики признали вас лучшим игроком июля. Вам спасибо. Это приятно? Спасибо, спасибо большое. Да, очень приятно, конечно. Для этого мы и работаем, чтобы радовать наших окружающих, кто за нас болеет, и родных, скажем так. Поэтому, конечно, рад. Что же вам все-таки сказал такой Роберто Манчини, что вы просто летали по полю сегодня? Да я думаю, ему не приходится ничего говорить. Такой матч, на самом деле, было много разговоров после, ждал этой игры, потому что, скажем так, не до конца был здоров в Москве и проиграли. Столько было много разговоров нелепых, потому что Спартак, хотя приезжают сюда, все видят их игру. Поэтому счастливо, что быстро так отыграли, забили им 5 мячей. И, не знаю, нечего сказать больше. Сегодня более 53 тысяч зрителей было на стадионе. Нереальная атмосфера? Ну, я где-то уже говорил, что я давно не играл. Не знаю, что 50 тысяч уже было, да, плюс на дерби, и все болели за нас. Поэтому мы не могли даже ничего сыграть сегодня.